Магазины, что в населенных пунктах региона станут современнее. Ненецкий окружной потребсоюз планирует провести автоматизацию торговли, то есть установить в сельских магазинах оборудование штрихкодирования, сканеров, торговых весов с принтером этикеток, а также внедрить электронные ценники. Этим летом современная техника уже была закуплена для 6 торговых предприятий. До конца года его установят в магазинах Усть-Кары, Хороты и Ниси. Начать процедуру автоматизации решили Сомы. Прошедшие выходные в магазине установили новое оборудование. Кстати, обязательным условием для автоматизации торговой точки на селе является наличие качественного высокоскоростного интернета. Между тем, во многих населенных пунктах магазины уже работают по системе самообслуживания. Их автоматизацию планируют провести в первую очередь. Также для улучшения качества обслуживания в селах Окрпотребсоюз приобрел 8 банковских терминалов, с помощью которых жители смогут оплачивать покупки по безналичному расчету. Сейчас возможность рассчитаться банковской картой есть у жителей Неси, Нижней Пёши, Омы, Индиги, Усть-Кары, Каратайки, Харивера, Красного и Оксина.